Итак, всем привет, с вами Арсений. Видеообзор. Какой видеообзор, нахрен? В общем, пришла идея, необходимость, скорее, даже не идея, в полке для чего и куда, немножко позже покажу. Вот. Ну, в принципе, схема, рисунок где-то у нас получились вот такие. Вот, то есть, три полки вертикальных, две стойки горизонтальных, поддержка, ну, схемку вот такую вот набросал я, вот, приблизительные размеры, вот. И не стал я показывать, как я это все напиливал, в принципе, ничего сложного, ширина 25, вот, но я все-таки немножко сократил до 24 сантиметров ширину полок, вот, и все по размерчикам напилил, то есть, три 120-х, 3 25 на 24 получается, и две штуки сотки у меня фанеры не хватило почему-то. Вот я сделал немножко, как видите, одну и вторую стойку рядом, они друг друга будут дополнять. Вот эту стойку решил разделить на две части, так как не хватало материала по длине. Вот, ну и вышли они у меня по 64 сантиметра, туда-сюда я их раскидываю. Ну и сейчас соединять их, естественно, буду, получается, с выпалами, грубо говоря, с двух сторон. Вот, попробуем сейчас это каким-то образом изобразить. Скорее всего, это будет просто элементарно лобзиком выпиливаться. То есть сейчас разметка и дальнейшая уже присадка. Поехали. Ну вот у нас получилось три горизонтальные полочки, которые разметили. Ну и сейчас, соответственно, попробуем разметить маленькие коротышки и вертикальные основные упоры. Итак, мой искренне любимый лобзик Hitachi. Приступаем к выпиловке. We'll be right back.
Кстати, пилку использовал биберовскую. Не для рекламы, просто понравилось, как пилит. Просто на улице сейчас минус 20, а в мастерской где-то минус 17. Ручки немножко подмерзают. Получается, вот хренодень пока что, не совсем понятно. Вот. Но думаю, в ближайшее время мы уже разберемся, что, куда и зачем. Сейчас хочу установить крепежки на стенку. Это будет как минимум 1.2.3. Там дальше 4, 5 и, соответственно, вот здесь 6 точек крепления на стенку, чтобы это уже... конструкция наверняка никуда не сбежала. Вот. После чего, как вариант, фрезерну все полочки вот, с торцов, немножко оккультурим их. Вот. Ну, в принципе, углы пока что под вопросом. Вот эти, вот, закруглять, не закруглять их. Но исходя из самой концепции данной конструкции, угловатой, я думаю, что закруглять сами углы не стоит, а вот фасочки позбивать с видимых сторон, я думаю, вполне возможно. Едем дальше.